Горняки одной из крупнейших шахт Каргандинского угольного бассейна высказались за проведение парламентских выборов в этом году. Горнорабочий Канат Мустафин, представляющий целую династию шахтеров, свою позицию объясняет просто. Если в будущем году мировой кризис будет усиливаться, то лучше к нему подготовиться сейчас. Новые депутаты, считает горняк, будут изначально ориентироваться на принятие антикризисных мер и поддержку не самых защищенных слоев населения. Предложение о проведении выборов в Мажилис в ближайшее время считаю правильным. Это поможет нам скорее выправить ситуацию. Есть вероятность, что в мире кризис будет усиливаться, и мы надеемся, что выборы смогут как-то подготовить к нему народ. Мы уверены, что новые депутаты смогут улучшить условия труда и поднять уровень жизни простых рабочих.